Слайд – это компания, которая производит пластиковую мебель. Это пластик, видишь, как он здесь декорирован, как будто бы это кожаные. Издалека это можно подумать так. Здесь создан вечерний интерьер, за окнами ночной город. Я очень часто говорил о том, что мы с вами действительно не отдаем себе достаточно отчета в том, что интерьерами своих домов мы пользуемся в большей части по вечерам. Поэтому показывать их нужно в вечернем свете. Ну, собственно, даже не в вечернем свете, а в искусственном свете. В данном случае это слайд, изделия, которые нужны больше для кафе, бара, для контракта, для отеля. А это означает, что туда мы пойдем уж точно не в рабочее время, скорее всего, вечером. А значит, нужно и симитировать этот сюжет. Стены темно-синие. Темно-синий, и потолок, естественно, такого же цвета, уходящий туда. А потолок здесь даже черный. Желтый свет, уютно очень, и современные цвета, те, которые мы с тобой практически на каждом стенде сегодня встречаем. И бордовый, и кирпичный, ну и неброские черные.